Здрасте, Мила. У нас тут вообще капец полный. Ты вон позырь на этого пассажира. Он такой грустный, что греться во время кризиса. Антох, перестань. Это бесполезно. Мое видео никому не интересно. Она его все равно не смотрит. Воу-воу, Мила, ты это слышала? Короче, если так пойдет и дальше, то мне придется снова порыжить помидорами. А я это капец как не люблю. Антоха, я понял. Мне нужно срочно ее забыть. У вас в деревне есть психолог? Ну, есть у нас тут один продвинутый лекарь. Но он не дешевый. Давай, старичок, ложись на кушеточку, давай. Колись, что там у тебя за траблы, да? Я хочу забыть девушку. Че? Бежал вопрос, старина. О, у меня специально для этого есть лечебная пилюля. Совершенно бесплатно. 20 баксов бутылка и 5 баксов собутыльник. Я пить не хочу. Воу-воу-воу, стопер. Я как знал, вот, что для этих процедур нам нужны еще и медсестры. Принцессы, ваш выход! Люба! Нюра! Леха, притивуга, а? Я же все для нее! Всю душу наизнанку! Антоха, подтверди! Подтверждаю. $1082.50. И это со скидкой от постоянному клиенту. Вот, 50 копеек! Все для нее! Хочешь пьяную вечеринку? На! Хочешь квест? Пожалуйста! Хочешь стриптиз? Хочу! Девчонки! Вы такие классные! Не то что некоторые! Стриптиз! Специально для вас! От Лёхи Стрёмного! А я, кажется, не вовремя. Милочка, стой! Ты все не так поняла! Мила! Мила! Какую суток и придется порыжить помидорами.